Винный дом на базе продуктового магазина в поселке Большой Утриш. Алкоуголок, что называется, полностью укомплектован. Несколько десятков сортов вина, разномастная чача и даже ром. Тара – примитивная закуска. Все, что угодно для спаивания с суррогатом прибывших на отдых гостей курорта. В исполнении решения Совета Безопасности при губернаторе Краснодарского края о состоянии рынка алкогольной продукции и мерах пресечения незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Краснодарского края на территории муниципального образования города-курорта Анапа созданы рабочие группы по быстрому реагированию. Сегодня на телефон горячей линии поступил сигнал о незаконной продаже объектом розничной торговли «Винный домик» алкогольной продукции. Управление торговли совместно с сотрудниками МВД, выехав на место и обнаружив незаконную продажу алкоголя, произвели контрольную закупку. Сотрудники полиции конфисковали алкоголь непонятного происхождения и качества, опечатали 45 упаковок вина номинальным объемом в 20 литров. Итого общий улов почти 900 литров. Вокруг магазина сплошь незаконная торговля. Разрешительных документов никто из продавцов так предоставить и не смог. Настоящий беспредельный бизнес-уголок. В итоге контрольной закупки на пляже полицейские изъяли еще 50 литров алкоголя. Кубанское вино – знак качества. Законопослушные хозяева устанавливают в магазинах стенды с информацией, лицензии на продажу, график работы, телефоны контролирующих служб. В нелегальных алкомаркетах такой информации нет. Нет документов и нет ответственности. Сообщить о незаконной продаже алкоголя в магазинах или у частных лиц можно по телефону 5 80 47. Вадим Родин, Анапа регион.